Друзья, всем привет! Сегодня мы пройдем награждаемый тестнет Кэшмери, получим роль раннего пользователя и что для этого нужно, обязательно смотри видео до конца, я расскажу пошаговые инструкции. Погнали! Друзья, чтобы убедиться, что тестнет действительно будет награждаемый, мы переходим в твиттер данного проекта. И что мы с вами увидим? Если нажмем кнопку «Перевести», проводим несколько кампаний для общедоступной тестовой сети, которые потенциально могут дать преимущество первым пользователям в будущем. Мы с вами будем первые, поэтому переходим к заданию. Вкратце расскажу, что такое Кэшмери. Это протокол кросс-чейн-обмена, построенный на Layer Zero. И недавно на Binance Labs было некое соревнование, где данный проект занял первое место среди своих конкурентов. Поэтому обязательно проходим этот тестнет. Давайте сразу скажу, что заданий действительно немало, но посмотрев это видео буквально 10-15 минут, вы поймете, как быстро все сделать. Мы переходим сначала на сайт, все ссылочки будут в описании. Обязательно подпишись на мой телеграм-канал, все главные новости выходят сначала там. Итак, мы переходим на главный сайт testnetcashmere.exchange. И что с вами видим? Нам предлагают подключить наш кошелек и заминтить различные тестовые токены, что я и рекомендую сделать. Чем больше вы заминтите, тем будет лучше. Поэтому переходим к каждой сети, подключаемся, пытаемся минтить. Где-то работает, где-то нет. Вот Binance Smart Chain я не смог, например, заминтить, какая-то там ошибка была. Поэтому пробуем. После того, как все это сделали, сразу скажу, что есть некая форма такая. Что в ней нужно? Вы вписываете свой адрес, юзернейм, Discord, какая у вас ошибка, это тестнет. И могут быть ошибки, поэтому если какая-то ошибка, что-то не получается, пишите сюда, возможно, даже за это вас наградят, потому что здесь просят ваш адрес. Обязательно вписывайте, ссылочка также будет, отправляйте, и все это будет рассматривать, плюс вы подтвердите, что вы ранний пользователь. Далее мы нажимаем кнопочку Swap, вот здесь сверху, и видим различные сети, где между ними мы будем делать различные транзакции. Выбираете либо Polygon, Optimism, Arbitrum, и выбираете к нему пару. Все, и рекомендую сделать по максимуму, сколько сможете, это 10-15 транзакций, да, это будет не быстро, потому что каждая транзакция вон обрабатывается, если нажмем по 4 минуты, но скорее всего наплыв большой, поэтому у меня обрабатывается полчаса. Поэтому не спеша все это делайте, помимо этого делайте параллельно другие задания, которые я покажу. Тут в принципе все просто, все это на тестовом, никаких затрат не требует, поэтому выбирайте минимальное какое-то число, 001 к примеру, и после этого нажимаете swap, ну у меня поменять сеть написано, меняете сеть и нажимаете swap, давайте посмотрим, как это будет. Все, если у вас на газ хватает тестовых токенов, пройдет транзакция и вы обменяете. Вот у меня, например, не хватает, потому что я уже делал транзакцию, она висит. Если транзакция прошла, вот здесь слева в галочке будет один написано. Не знаю для чего, я одну удалил. Хотел вам показать и затупил. Сейчас оно все долго идет. Но опять же, сеть не меняйте. Пока пройдет одна транзакция, потом только меняйте сеть, иначе она вот так вот зависит, как у меня. Это я вам сразу говорю. Вас никто не торопит, я думаю, времени еще есть недели две точно, поэтому аккуратно там в день по 2-3 транзакции делайте, если это долго занимает. Далее мы переходим, также ссылочка будет, это в Gelds, тут нужно заминтить NFT. В принципе, ничего сложного, мы тут выполняем различные задания, это визит тестнет, то есть посетить сайт, подключиться к телеграмму, к дискорду, сделать ретвит. Здесь нужно заминтить на Binance Smart Chain нашу NFT. Все, видите, что у меня все готово, нажимаем claim и минтим. Тут нам говорят, что первые люди, которые все это делали, без комиссии делали, нам сейчас требуют небольшую комиссию оплатить, это все в тестовое, поэтому нажимаем ОК. Все, транзакция прошла, отсюда выходим. Если зайти в проводник ERC-721, можете увидеть, что вот наша NFT. Идем далее. Далее основную NFT нам нужно заминтить, на нее нам еще 14 дней дается от записи моего видео на 16 мая, поэтому давайте это сделаем. Подключаем наш кошелек, и тут нам нужно заминтить в сети эфириум, уже не в тестнете, а вот за такую комиссию 0,001 эфира, давайте это сделаем. Все, я пополнил кошелек и сейчас также заминтю эту NFT, нажимаем подтвердить. Друзья, после того, как заметили, переходим в гильдию. Здесь нам нужно сделать тоже ряд каких-то моментов. Где-то мы уже все сделали, где-то нет. Поймите, чем больше вы это сделаете, тем больше людей будет отсекаться. Чем сложнее тестнет, тем выше награда, потому что людей будет меньше, все ленятся это делать, кто-то жалеет $10 там и так далее. Поэтому я рекомендую все это сделать. Первое, что нужно сделать, вот здесь будет у вас... Я это все прошел, чтобы долго вам не тянуть видео. Вот здесь у вас будет подключить Twitter, Discord и email. Все это делайте, у вас появляются задания. Первым делом мы подключаемся к Discord, то есть нажимаете Go to Server, переходите в Discord, там верифицируйтесь. И далее задания, они в принципе не сложные. Подключиться к Discord, Ethereum кошелек, подключиться, то есть подписаться на Twitter. После этого нам нужно заминтить NFT, то что мы сейчас сделали. После этого, смотрите, здесь еще задание, нужно вот этого козлика поставить себе в имя.
То есть вот здесь заходите в Twitter и вот здесь вот ставите, ну, на время, я не знаю. Ну, это смешно, козла поставить рядом с никнеймом. В общем, ставите это все, вам также засчитывается. И также заминтить NFT для ранних инвесторов, Early Adopter, так и написано. Все это делаем, и у нас, грубо говоря, все задания именно в гильдии мы выполнили. Возможно, они будут дополняться, поэтому следите за ними. Далее, друзья, переходим в Zelle и выполняем задания. В принципе, их тут немного, я уже практически все выполнил сейчас на 4 уровне. Квест, то есть вы можете лидерборд посмотреть, всего 14 квестов, все выполняют и делают. Что тут нужно сделать? Ссылочка также будет, это выполнить все задания. И одно из, где в Российской Федерации не получится сделать, это сделать буст сервера. Если вы хотите 400 XP еще, нужно немного заплатить в Дискорде, буст сервера сделать, но оплата недоступна. Конечно, все это можно сделать, но это задание лично я пропущу, так как все остальные можно сделать, думаю, ничего страшного. И последнее, друзья, это Layer Free, то есть здесь определенно задания, которые мы уже сделали, просто подтверждаем. Это различные тестнеты, нативные токены, сделать кросс-чейн свап, то есть тут показано, что это, то есть сделать кросс-чейн, по-моему, если не ошибаюсь, с Base Girl на оптимизм. Как только вы нажали, нажимаете верифицироваться, и он подтверждает. Также вот здесь вот нажимаю верифицироваться, это минт ранних инвесторов нужно. И самое последнее, это сделать шейр. Друзья, что хочу сказать, это все, что мы должны были сделать, обязательно проверяйте раз в 2 недели, раз в 10 дней, делайте еще раз кросс-чейн мосты, кстати, вот галочка, можете посмотреть, если ваша транзакция прошла. Обязательно выполняйте, так как мы на ранней стадии, если какие-то есть вопросы, в Telegram задавайте, либо пишите в комментариях, в принципе, все расскажу и покажу. Выполняйте тестнеты, зарабатывайте деньги, всем пока.